I believe in the evil in human nature. This is a wicked, wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Глядя на фотографию смешного круглолицего мальчугана, трудно представить, что перед нами тот, кто с детских лет выберет своим хобби изуверский способ убийства людей – отравление ядами, и, ступив на этот страшный путь, станет одним из самых известных маньяков Англии 21 века. Несчастливое детство. Грэм родился 7 сентября 1947 года в семье Фреда и Маргарет Янг. Малышу исполнилось 3 месяца, когда он лишился матери. Убитый горем отец не справлялся с воспитанием 2 детей, поэтому старшую дочь он отдал на воспитание бабушке, а сына отправил в семью сестры. Ребенок быстро завоевал любовь родственников, которые подарили ему дом. В 2 года у Грэма случилась ушная инфекция, и во время операции доктор, делая в его барабанной перепонке крошечное отверстие, совершил ошибку, после которой мальчик начал странно дергать пальцами. Электроэнцефалограмма выявила нарушение в правом полушарии его мозга. Возможно, эта роковая операция и пробудила дремавшие в юном Янге темные силы. Через год у малыша случилось очередное потрясение. Его отец решил вновь жениться и забрать обоих детей к себе. Мальчик, сильно привязавшийся к семье тети, не смог смириться с переменой. Детская психика дала новый сбой. Ребенок стал замкнутым, по ночам много плакал, начал страдать энурезом. Перед сном он подолгу убаюкивал себя, раскачиваясь вперед-назад. Ему часто снились кошмары. Он стал ходить во сне. Усугубляли ситуацию отношения в семье. Отец был к мальчику слишком строг, отношения с мачехой складывались не лучше. Молли Янг была властной и жестокой женщиной. По воспоминаниям очевидцев, она не давала детям карманных денег, запирала в комнате до прихода мужа, чтобы не ели сладости. Также женщина была категорически против домашних животных, что очень огорчало Грэма. В школе Грэм не интересовался учебой или спортом, зато обожал читать. Одноклассники не обращали на него внимания, да и сам он ясно давал понять, что предпочитает книги и одиночество. Его интересы были специфичными – история, оккультизм и фармацевтика. Он читал автобиографии римских цезарей, известных завоевателей и правителей прошлого, а также современных тиранов. Воображение 9-летнего ребенка будоражили события недавней войны. Пока другие дети коллекционировали марки и наклейки, юный Янг собирал газетные вырезки о войне в Германии и мастерил себе нарукавную повязку со свастикой. Его семья относилась спокойно к этим увлечениям, воспринимая как блажь, которая скоро пройдет. Второй страстью ребенка становится химия. Близкие начинают замечать, что мальчик постоянно собирает пузырьки из-под духов и лака для ногтей, вдыхает пары ацетона и эфира, оказывающие на него возбуждающее действие. Будущий отравитель в школе особых успехов не делал ни в одной из областей, за исключением естественных наук. Учитель Джеффри Хьюз, заметив склонность Грэма, определил того в группу по химии. Одержимый ядами Янг получил от одноклассников сразу 2 прозвища – «кислота» и «безумный профессор». Впервые у него появляются друзья – Клайв Криджер и Крис Уильямс. Мальчиков объединяет интерес к химии, они часто задерживаются в школьной лаборатории, наблюдая, как Грэм травит мышей, а затем их препарирует. Однажды он спрятал грызуна в ранце, чтобы закончить вскрытие у себя в спальне, но мертвое животное нашла мачеха и заставила пасынка избавиться от него. Разозленный Грэм заперся в своей спальне, взял большой лист бумаги и нарисовал могилу, окруженную змеями, пауками и летучими мышами. На могильном камне он написал «Темная память Молли Янг. Покойся с миром». В 13 лет подросток находит в библиотеке книгу о Уильяме Палмере, известном отравителе викторианской эпохи. Палмер становится единственным человеком, которым Янг восхищается больше, чем Гитлером. Он зачитывает сестре отрывки из главы о нем в книге «60 знаменитых судебных разбирательств» и рассказывает, как хитро Палмер травил людей сурьмой. Вскоре после прочтения книги подросток сказал своим друзьям, что однажды встанет в один ряд со знаменитыми отравителями. Юный душегуб.
Первое свое преступление Янг совершает в 14 лет. С жертвой он определялся недолго, выбор пал на друга, Криса Уильямса, которого в течение 3 недель парень тайно подкармливал где-то добытым свинцовым сахаром. Но, к его разочарованию, у приятеля это вызвало лишь запор. Такой вариант событий Грэма не устроил, поэтому он меняет яд и, пряча его в еде своего друга, наблюдает за реакцией организма, записывая симптомы. У Криса начались постоянные головные боли и рвота. Врачи не смогли подобрать лечение, мальчику с каждым днем становилось все хуже. Если бы Грэм не переключился на более интересную для него жертву, его эксперименты наверняка закончились бы для Уильямса фатально. Свою мачеху Молли он начал травить, возможно, желая отомстить за домашние запреты и ограничения. Заметив, что у нее развивается устойчивость от малых доз, он увеличивает объемы яда. Из-за постоянного недомогания Молли похудела, волосы начали выпадать клочьями. Из-за мучительных болей в спине она не могла ходить. Грэм под видом заботы постоянно присматривает за ней, фиксируя все симптомы. Позже подросток признается, что ему было жалко мачеху, но желание травить ее перевешивало муки совести. Изучив влияние сурьмы на организм, юный преступник переходит на другой яд – талий, отравление которым приводит к смерти из-за остановки сердца или дыхательной недостаточности. Препарат этот трудно выявить в организме, он не имеет запаха, цвета и вкуса, легко растворяется в воде и спирте. В итоге мачеха парня скончается в течение 2 месяцев в больнице. На момент смерти ей будет около 40 лет. Отравление окружающих доставляет Грэму странное наслаждение, иначе невозможно объяснить, почему параллельно с опытами над мачехой злоумышленник начинает подсыпать яд ближайшей родне. Беладонна, которую он добавил в утренний чай своей сестры, могла привести к параличу, коме и смерти. Девушку спасло то, что она сделала всего пару глотков, так как яд придавал напитку горький вкус. Тем не менее, у Уинфред кружилась голова, бледнела кожа, в глазах все мутнело. Чтобы отвести от себя подозрения, ее находчивый брат добавлял яд и в свою еду. Его тошнило, но не так часто, как остальных членов семьи. Весной 1962 года в больницу в ужасном состоянии попадает отец мальчика. Исследования анализов Фреда Янга в отделе судебной медицины выявили следы сурьмы и мышьяка. Тревогу забил учитель естественных наук Джеффри Хьюз. Он знал о несчастьях в семье Янгов и заметил, что школьник интересуется медицинскими книгами. Заглянув ученику в парту, Хьюз был шокирован, увидев несколько флакончиков с ядовитыми веществами, газетные вырезки о знаменитых отравителях и жуткие рисунки. Преподаватель позвонил директору и настоял на вызове психолога, работавшего в полиции. По результатам беседы с Грэмом специалист составил отчет, послуживший основанием для полицейского обыска в школе и дома. Обнаружив огромное количество книг по токсикологии и кучу склянок с различными растворами, стражи порядка забирают подростка на допрос, где тот расскажет, что большую часть ядов держит у водохранилища, какое-то количество токсинов закопаны под садовой изгородью, а остатки спрятаны в комнате. Юный отравитель признался, что травил друга и убил мачеху. Начавшиеся вследствие этих событий суды многократно переносились, так как все юристы не знали, какое наказание можно дать 14-летнему преступнику. Проведенная психиатрическая экспертиза признала парня невменяемым, и по решению суда Грэма Янга отправляют на 15 лет на принудительное лечение в Бродмур, психиатрическую больницу для особо опасных преступников. В лечебнице для душевнобольных. Клиника в Бродмуре была открыта в 1863 году и относилась к учреждениям со строгим режимом. Согласно законодательству, признанных невменяемыми преступников автоматически отправляли туда, вне зависимости от тяжести или характера преступления. Пациенты до 16 лет были редкостью. По сравнению с современными методами лечения, процедуры в психиатрической больнице были довольно жесткими – кровопускание, клизмы, слабительные препараты и транквилизаторы. При этом лечебница славилась своими театральными постановками, танцами и образовательными кружками. Большое значение в стенах лечебницы придавали религии. В корпусе, где содержался Грэм Янг, находилось еще 42 заключенных. Все они вставали в 7 утра по общему сигналу, завтракали в столовой и отправлялись на работу. Недостатка в знаниях в Бродмуре не было. Изобразительное искусство, ювелирное дело, обработка дерева, работа с материалами. Подросток был довольно ленив, но согласился работать, узнав, что это оплачивается. Наблюдение за юным отравителем вел лично заведующий больницы Патрик Макград. Доктор описывал состояние Грэма по прибытии как «подавленное и безразличное». При этом он не обнаружил никаких признаков нарушения мыслительного процесса. В качестве лечения отравителю назначили седативные препараты, которые сказались на внешности. Он побледнел и набрал вес. Грэм регулярно писал сестре, часто жалуясь на громкий храп соседа по палате, Джона Берриджа, которого вскоре персонал
обнаружит мертвым, а вскрытие выявит следы цианида в желудке. Молодого отравителя никто не подозревал, хотя на территории исправительного учреждения произрастало растение, в листьях которого содержится цианид. Тем не менее, было принято решение о закрытии дела, а причиной смерти признали самоубийством. Несмотря на лечение, одержимость Грэма ядами никуда не исчезла. Он не скрывал этого даже от родственников, которые регулярно его навещали. Со слов доктора Макграта, эксперименты с ядами приносили Янгу сексуальное возбуждение и ощущение власти и безопасности. Состояние пациента-отравителя беспокоило сотрудников больницы. Об отсутствии прогресса сообщают заметки Макграта. В июле 1963 года он сказал терапевту, что ему нравится вид и звук боли, которую он причинял своим жертвам. Еще более тревожным знаком стало признание Грэма в том, что если бы он покинул больницу, то снова бы купил и начал применять яды, потому что не может остановиться. К 1965 году поведение парня становится все более тревожным. Он раздражает заключенных, провоцирует ссоры, оказывает негативное влияние на новых пациентов, постоянно им что-то нашептывая. Через год парень предпринимает попытки изменить отношение персонала к себе, а своего психотерапевта убедить, что он исправился. За короткое время Грэм становится образцом примерного поведения и настоящим воплощением того, как лечение и должный уход могут изменить жизнь заключенного. Эта игра приносит плоды. В 1970 году его психиатр пишет письмо в Министерство внутренних дел о том, что Янг больше не представляет опасности для окружающих. Учитывая блестящие рекомендации психиатра, к началу сентября все комиссии, которые участвовали в рассмотрении дела Грэма, категорически постановили, что он действительно больше не является угрозой для общества. Свобода для отравителя. В январе 1971 года Янг условно-досрочно освобожден. Он устраивается кладовщиком в фирму, поставляющую оптическое оборудование, и селится в маленькой комнатке. Параллельно среди лондонских фармацевтов он находит источник для пополнения запасов сурьмы, талия и мышьяка, так что перебоев с сырьем у него нет. Коллеги, которым было известно о пребывании нового сотрудника в психиатрической лечебнице, хоть и относились к нему настороженно, но не увидели ничего странного в том энтузиазме, с которым Грэм начал готовить им чай и кофе. Вскоре после трудоустройства Грэма начальник конторы, 59-летний Боб Игл, начал страдать от болей в желудке, приступов рвоты и выпадения волос. Затем еще несколько сотрудников ощутили такие же симптомы. Состояние этих людей резко ухудшалось на работе, а после небольшого отпуска им становилось лучше. Когда Боб Игл скончался, причиной смерти врачи посчитали пневмонию. Следом за ним с похожими симптомами слег еще один работник, 60-летний Фред Брикс, умерший через 3 недели. Следующей жертвой стал электрик Джет Рабат, считавший Янга своим другом. После чашки кофе с талием из рук приятеля мужчина начал страдать от ужасных болей и галлюцинаций, у него начали выпадать волосы. В больнице разводили руками и не могли поставить точный диагноз, но все-таки спасли ему жизнь, хотя мужчина на всю жизнь остался импотентом. В офисе проверяли уровень радиации, а также степень загрязнения воды и воздухом. Никаких отклонений от нормы выявлено не было, но сотрудники лаборатории продолжали заболевать. Кого-то тошнило, у кого-то болела голова, у кого-то начинали сильно пахнуть ноги. Из-за того, что Грэм подмешивал всем разные дозы ядов, обнаружить закономерность в появлении симптомов было сложно. Санитарные проверки картину не прояснили. Главврач, обращаясь к сотрудникам, заявил, что при соблюдении правил безопасности и гигиены ситуация придет в норму. Внезапно его перебил Янг. «Извините, а почему вы не рассматриваете вариант отравления талием? Яд ведь используется на производстве». Юноша начал заваливать врачей аргументами, показывая всю глубину своих познаний в токсикологии. Медики не понимали, что происходит, зато все коллеги Янга думали в этот момент об одном и том же. Любовь этого тихого парня к ядам и странные болезни внутри лаборатории явно связаны. Посовещавшись, сотрудники обратились в полицию. Как и в 14 лет, Грэма выдало тщеславие. Раскрыв свой уровень знаний и страсть к ядам, он снова сделал себя главным подозреваемым. Парня вновь задержали. Интерьер в комнате Янга привел следователей в шок. Все стены были увешаны нацистскими артефактами, а все поверхности заставлены ядами. Пузырек с талием вновь нашли в кармане пиджака Грэма, а главным вещдоком стал дневник исследований, куда молодой человек заносил дозы и их воздействие на организм жертв. Суд над Янгом начался в июне 1972 года и шел 10 дней. Во время процесса убийца держался холодно, вину отрицал. При этом передавал журналистам записки. В них он просил описать его четко со всеми подробностями, чтобы по этим заметкам слепили восковую фигуру для комнаты ужасов музея Мадам Тюссо.
Он очень хотел стоять рядом с кумиром детства, доктором Криппеном, жестоким убийцей собственной жены. Дневник стал для присяжных главным доказательством вины отравителя. Приговор – 4 пожизненных срока за каждое убийство и попытку убийства, плюс 10 лет за сам факт подмешивания ядов коллегам. Когда Янга спросили, раскаивается ли он в содеянном, Грэм ответил – нет. Это было бы лицемерием. Все, что я чувствую, это пустота в душе. Местом заключения отравителя стала тюрьма строгого режима на острове Уайт. В основном сокамерники опасались молодого отравителя, но один друг у Янга все-таки появился. 34-летний серийный убийца Йен Брейди. Мужчины сошлись на почве интереса к шахматам и преклонений перед нацистской Германией. Позднее Брейди описывал своего сокамерника как человека асексуального, которого возбуждает лишь сила, получаемая им от смертоносных экспериментов с ядами. Настроение Грэма часто менялось от глубокого отчаяния до ощущения себя на вершине мира. Внешне он выглядел запущенно, преждевременно поседевшие волосы, желтое и осунувшееся лицо, дрожащее тело, разрушаемое ежедневными дозами прописанных лекарств. Прекрасно осознавая, что сокамерники относятся к нему с подозрением и постоянно испытывают страх перед возможным отравлением, он тем не менее искренне жаждал их одобрения и доверия. Неспособность этого достичь усугубляла его депрессию и тревогу. Случалось, что Янг впадал в маниакальную ярость, которая еще больше истощала его запасы нервной энергии. Такие взрывы заставляли его чувствовать, что его собственная смерть неизбежна. Он составлял черновик своего завещания и торжественно и зловеще говорил всем, кто был готов слушать: «Я еще вернусь». Незадолго до смерти Янгу все же удалось направить свои познания в химии в полезное русло. Сотрудники косметических компаний обращались к нему за консультациями. Одаренный химик подсказывал производителям растительной косметики, какие средства помогут им улучшить вид и качество продукции. Продолжалось это недолго. 1 августа 1990 года 42-летний Грэм Янг был найден мертвым. Патологоанатом сообщил, что одна из коронарных артерий Грэма закрылась до размера игольного ушка, что могло быть связано с волнением или жирной едой. Присяжные пришли к выводу, что эта смерть произошла по естественным причинам. О его кончине почти не писали в прессе, к тому моменту о нем все почти забыли. Криминалист Дэвид Уилсон допускал, что Янг мог совершить суицид. Он прекрасно понимал, что остаток жизни проведет за решеткой. Самоубийство стало бы для него конечной формой могущества и контроля, но уже над своей собственной жизнью. Он все еще мог найти и извлечь яд откуда угодно. И теперь этот навык он применил к самому себе. Другого мнения придерживался Бобби Каминс, бывший киллер, отбывавший наказание одновременно с Янгом. Он считал, что парня убили сокамерники. Заключенные не чувствовали себя в безопасности. Проще было уничтожить источник страха, чем жить бок о бок с ним многие годы. Сам Каминс тоже избегал общества отравителя. Журналист Энтони Холден, работая над биографией еще живого Янга, ни разу не навещал его в тюрьме. Тогда мне казалось, что это безумие. А вдруг он предложит мне чашку чая? Пить страшно, а отказаться невежливо. Дорогие гости и подписчики канала, как вы думаете, что послужило для Грэма отправной точкой в желании убивать? На ваш взгляд, сможет ли преступник после принудительного лечения безопасно вернуться в общество? Как вы считаете, не лучше ли особо опасных рецидивистов навсегда оставлять в лечебных заведениях без права на условно-досрочное освобождение? Оставляйте свое мнение в комментариях.